хотелось опять же сказать о том, что вопрос смертной казни вообще, когда мы начинали нашу кампанию про смертную казнь, он был неинтересен в обществе абсолютно. Ну, то есть общество как-то жило и жило, ну, кого-то расстреляли, окей, это все проходило как-то вот, вот так рядом. Это не было интересно средством массовой информации. На сегодняшний день, в том числе благодаря нашей кампании, вопрос смертной казни, он действительно интересен для различного рода средств массовой информации, для независимых, для государственных, я не знаю, зависимых, как их назвать, государственных средств массовой информации, площадок и так далее. Мы в этом году решили чуть больше сделать, скажем так, географию, и не только Украина, да, но и другие страны. Через, скажем так, давление на власть, ну, в вашей стране, наверное, тоже, да, через давление на власть определенными какими-то солидарными действиями. И не так часто власть прислушивается все-таки к внутренним голосам, очень часто как раз-таки к международным голосам власть прислушивается. Власть все время использует ситуации, которые происходят, например, в той же Украине. Вы знаете, каким образом на сегодняшний день власть Беларуси превратилась и стала миротворческой властью, то есть площадкой для переговоров. В Украине смертная казнь была отменена в 2000 году. И Украина является членом Совета Европы, она ратифицировала Европейскую конвенцию, протоколы, которые отменили смертную казнь к Европейской конвенции. Конституция Украины запрещает смертную казнь. И для нашего государства это то, что в принципе не может уже вернуться. Какое бы ни было наказание, оно не может быть смертью. И поэтому для нас выступить против смертной казни в Беларуси – это определенный акт солидарности. И здесь мы хотим поддержать просто Беларусь, поддержать ту идею, что смертная казнь должна быть отменена, потому что это ганебно украинскую мову. Я начну, мабуть, с того, что тема смертной кары все-таки достаточно контроверсийная тема и дуже непроста. И багатьом людям важко відповісти, тому що злочини різні, особливо масові вбивства, вони в першу чергу викликають емоції, і на емоціях люди схильні до різних імпульсивних рішень. Це абсолютно не працює, не ефективно з точки зору навіть прагматизму. Це не зменшує кількість таких злочинів, і, ну, і не працює, і це просто жорстоко, тому що, ну, це в гуманному суспільстві смертного покарання бути не може, я переконаний. Власне, це я перефразував цитату з виставки Міжнародної коаліції проти смертної кари, виставка, в рамках проєкту, якого буде виставлено в освітньому домі прав людини Чернігові, буде доступна для всіх, хто відвідує дім, тобто від просто відвідувачів, які так, від наших друзів, які до нас приходять в гості, і до учасників освітніх заходів, які у нас відбуваються. У важкій ситуації, коли ми знаходимося в меншості, дуже важливо набуває наша єдність і наша солідарність.